Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжим проходить одну квест. И вот что, короче, надо было сделать. Взять картину гребаную и порезать ее. Я в шоке. Хорошо, посмотрим. Через что можно смотреть? Через что можно смотреть? Ага, кажется, я знаю. Отлично. Все, теперь пошли обратно, поставим эту гребаную картину. Анна, ты уверена насчет этого? Все не так плохо, правда? Когда я стану за ним, будет видно мои глаза и будет не так странно. Давай покажу. Анна, с твоими глазами стало еще хуже. Видно только один глаз. Ой, нет времени на споры, поехали. Она типа не заметила, что там полотенца нет. По крайней мере, маскировка пока держится. Что ты скажешь, главка, нормально? Ты с тобой все в порядке, главка? Ну, твой голос как-то изменился. Ой, не смотри на меня. Да? Да, привет. Эбен, если ты не решил сказать что-то о чарах своей матери, то... Стой, стой, я решил. Неужели? Выкладывай все, что знаешь, сейчас же. Ну да, все, что я помню, все, что я помню. Быстрее я. Я в какой-то стеклянной штуке, в стеклянной комнате, и там что-то светится. Бен, конечно же, она в стекле. Ты бесполезный. Я сама ее там заточила. Заточила в стекле? И пусть сама я не могла до нее добраться, мои чары смогли. Нет, мама. Говори, что знаешь, Бен. Помоги мне разрушить ее защитные чары. Иначе я оставлю ее в стеклянной темнице, пока она совсем не зачахнет. Даже если бы я знал, я бы хоть что-то помнил. Если бы хоть что-то помнил, я бы никогда не сказал тебе, ни за что. Ты и твоя семейка слишком долго занимали место, не принадлежащее вам. Теперь мой черед. Он мой. После свадьбы я сначала разделю с твоим отцом этим недоумком, а затем с потом с твоей помощью... И не ты, не эта проклятая девчонка Запада, не поможете мне. Не помешайте мне, подумай об этом прежде, чем... Что-то я торможу слишком быстро. О чем она говорила, Анна? Что она собирается? Не знаю, Бен, но свадьба пока не началась, у нас еще есть время. Но ты ведь что-то вспомнил, отлично, это значит... Но мой план может сработать. Так, теперь она говорила, что у нее есть телекинез, надо в Бена. Так, Бен, не шевелись. Сначала постараюсь сломать твои кандалы. Стоп, стоп, стоп. Не бойся, у меня получится, лучше, клянусь. Нет, нет, не в этом дело, просто пока мы не нашли маму. Думаю, мне лучше остаться здесь. Ну а почему? О чем ты? Просто если ты вытащишь, то Энфрида отправит на охоту за нами всю дворецкую стражу. Может быть лучше, если бы она ничего не заподозрит. Понятно, хорошо. Наверное, стоит попытаться. Анна? Дай собраться. Анна? Анна, ты в порядке? Кажется, я что-то видела. Это была Яника, я уверена, но я не понимаю. Ух ты ж, получилось? Что еще? Что еще? Она молилась, она смотрела на тебя, молила тебя. Нет, не тебя, знакомый дух. Это воспоминание духа, когда она вызывала его. О, погоди, я видела место, где она была, и точно знаю, где это. Правда? Вот здорово. И где же? Как я сразу не догадалась, стеклянная темница, ну конечно. Бен, она на Хрустальной горе. А, там же... Ведь там... Ты там уже была, да? Красный дракон, придется снова вызвать ее. Почему дорога так далеко, мне не успеть вовремя.
Что же делать? Что же делать? Знаю, знаю того, кто сможет помочь. Держись, Бен, я скоро вернусь. Так, ну пошли. Кто может помочь? Ну, единственное, кто может помочь, это Бен. Фу, этот лис, правильно? Правильно. Потому что он тут быстренько. Он же не просто так сидит, правильно? Рейнольд? Да, милочка. Рейнольд, я хочу попросить об одолжении. Ах, надеюсь, ты уже отдохнул, потому что тебе придется вернуться в Чудорог. Но мы выяснили, куда отправилась королева Яника на Хрустальной горе. Следовательно, тебе снова требуется услуга и красного дракона, не так ли? Прошу тебя, Рейнольд, но только ты можешь успеть туда до начала свадьбы. Ах, верно, верно. Я мог бы успеть вовремя. Будь на твоем месте кто-то другой, я бы лишь посмеялся над этим предложением. Но если на моем месте я, тогда... Как я смогу отказать? Ура, спасибо, Рейнольд, ты мой герой. Если ты не ошибаешься, мы оба можем стать героями, и более того. С учетом текущих обстоятельств, позволь откланяться, милочка, я отправляюсь в путь. Ой, она тоже зевает. Долго ждем. Погоди, вон она. Рейнольд, ты смог. Большое спасибо, что пришли. Спасибо вам обоим. Так, но мы не будем терять времени. Не знаю, как тебя поблагодарить, красный дракон. Если не ошиблась, возможно, ты смогла бы спасти королеву. Ну, будем надеяться. Сейчас, сейчас. И снова привет. А, ты! Уходи, прочь, прочь, прочь. Никак не могу, Эрин Карминг. Время уходить. Я обещал уйти. Да, знаю, извини, просто я не знаю, что она здесь. Я знал, я так и знал. Ты хочешь ее забрать? Но она в опасности, Ренкард. Выслушай меня. Я хочу помочь ей, иначе сюда явится кто-то намного хуже меня. Кто-то, кто хочет навредить королеве Янке. В каком смысле королеве? А, то есть ты не знаешь? Она королева Ренкранг. И прямо сейчас кто-то очень плохой пытается занять ее место. Сюда явится кто-то плохой и обидит ее. Боюсь, что так. Прошу. Обещаешь не обижать их? Да, конечно. Я не хочу никому причинить вреда. Ладно. Скорее, скорее. А, вот это да. Она... Красавица. Да. И все это время она провела в стекле? Она всегда была там. Все было вокруг нее стекло на полу. Но стекло трескалось, и потом перестало, когда... Когда... Стоп! Стоп! Стекло перестало трескаться, когда Ренкарнг отдал тебе розу. Теперь ты в доме Ренкарнга. Зарикан, все в порядке, меня обманули, понимаешь? Я пришла помочь ей. Ладно, ты только не вздумай. Не вздумай. Не вздумай обидеть ее. Так, хорошо, я вижу уже розу. О, вот эти цветы отлично подошли бы для свадьбы. Но я пришла за Яникой, а не за этим. Стоит заняться ее освобождением. Так, они определенно связаны с заклинанием, наложенным на Янику, но что мне с ними делать? Так это я знаю. Вот заклинание. А, да, надеюсь, об этом говорил в записке. Посмотрим. Осколки, осколки, верю. Я вам все расскажу и в обиду не дам. Что? Мамочки? О, мой
Мамочки, какая прелесть! Что теперь? Нет ли записок насчет стеклянных человечков? Это будет непросто, но быть другого выхода у меня нет. Так, если я правильно помню головоломку за скил... Ох, вот это моя лучшая попытка. Кажется, теперь я действительно начинаю понимать. Нет, пока что оставлю их. Кинг-Кан говорил, что они появились после заточения Яники. В этом случае они определенно связаны с заклинанием. Но как именно? Так о чем мне еще остается? А, кажется, он и так шаткий. Не стоит его толкать. Привет, королева Яника. Сплошной кусок стекла. Кулаки болят, даже если легонько постучать по нему. Ничего не получается. Вот она, наконец мы ее нашли. Мы нашли пропавшую королеву. Теперь остается лишь освободить ее от чар Уинфриды. Ну а что, ну тут явно куска не хватает. Кажется, он задумался, не буду его отвлекать. Соответственно, что? Наверное, мне стоит больше поискать подсказок в этом замке. Я скоро вернусь, Ринкард. Надеюсь, я выясню, как ей помочь. А? Да ладно, как скажешь. Так, допустим, мне сейчас надо вернуться, потому что осколок у нее в столе лежал. Но я скоро вернусь, ладно, постараюсь найти что-нибудь, что поможет освободить Янику. Подожди меня и постарайся не привлекать внимания. Так, стоять. Да, я находил, вот, стекло тут. Анна, ты вернулась. Бен, мы были правы. Я добралась до горы, я нашла ее. Правда? С ней все в порядке? Да, кажется, она в порядке, но... Уинфрида заточила ее в стекло, и я не могу разбить его. Остается только выяснить, как разрушить чары. Здесь ничего. Приветик! А ты забрался далеко от Хрустальной горы, да? Ладно, пойдем со мной, отведем тебя к друзьям. Ты только посиди с меня одну секунду. Она не боится осколок брать в карман. Он как бы всю жопу порежет, нет? Я бы не рискнул. А, у меня рюкзак. Тогда можно. Right. Ну ладно, повторим. Так, теперь заходим в дом. Кладем осколочек. И чё? А. Сработала, она вернулась. Моя королева, ваша милость, с возвращением. А где я? В этой Хрустальной горе, помните, мы попали в нашу ловушку? О, да. А, разумеется, Хрустальная гора, ты кто? Ты спасла меня, но как? Я одна, ваша милость, я нашла потайную комнату Уинфриды и... Блять, я не хотел пропускать, я хотел в настройки зайти, блядь. Но вы можете ее остановить, вы можете сорвать свадьбу. Неужели вы не поможете, если королева вернется, Уинфрида не сможет выйти за короля? Согласна, таков будет исход ситуации, но Анна, эта свадьба так важна для нее. Это кульминация всех ее стараний. И сорвать ее планы в присутствии стольких людей, это будет катастрофа. Но мы не можем допустить, чтобы она стала королевой. Значит, нужно найти способ решить все мирно. Каким образом? Я пытался много лет назад, но она отвергла меня. Блин, ее мир невозможен. Мне была и ненависть, которую нельзя смирить доводами. Она всегда пробивала себе дорогу боем, прям как сейчас. С кем Уинфрида сражается с путем? О нет, не с кем, а с чем?
А как бы объяснить это как судьба, я полагаю. Она все немного сложнее. Путь — это система, которая формирует наши судьбы и зависит от множества факторов. Всеми нашими поступками и поступками наших предков, причины и последствия. Это то, что произойдет, что происходит и что уже произошло. Да, но... и чем это не нравится Унфриде? Уинни, мы были детьми, когда она совершила непростительный поступок, что навсегда изменила путь для Энфриды и ее судьбу. Достаточно сказать, что Энфриде это не понравилось, и она поклялась бороться с ними. Что же натворила Энфрида? Возможно, не стоит ворошить прошлое. Достаточно понять, что она жаждет власти. Она всегда была движима этой жаждой, даже тогда. Что? Ваши родители? Вы с Энфридой сестры? Наверное, наши родители растили нас в школе волшебства имени Йокфа. Так вы родственники, тогда вы можете убедить ее. Именно по этой причине я не смогу. Она завидует мне, возможно, даже ненавидит. И когда был указан ее путь, она сбежала из дома. Мы чужие люди, и нас гнетут эти несчастные воспоминания о детстве. Нет, это неправильно. И как бы близкие или далекие дни мы не были, сердца всегда есть место для нашей семьи. Прости. И есть еще кое-что. Смотрите, что я нашла у нее, этот портрет. Это... где ты это нашла? Это же... это была моя семья. Она принадлежала маме. Теперь я помню. Он пропал сразу, после того, как Уинфрида сбежала. Яника, она держала его при себе, и если она хранила его все эти годы, значит, ваша семья что-то для нее значит. Подозреваю, что у нее были другие причины, Анна. Она твердо намерена доказать, что путь неверен во всем, и часть ее плана — сохранить свой прежний облик до того, как путь изменил ее. Она хранила портреты в сейфе, а еще заклинание она написала на нем. Там говорила: «Все расскажу и в обиду не дам». Она говорит о себе так. Анна, послушай, ты не сможешь понять ее. Ее разум похоронен под грузом слепой ненависти и жажды. Месть за то, что она считает незаслуженным. Но печальная истина в том, что она это заслужила. Просто она не может это принять. Подожди, так вот вопрос в какой. А почему Энфрида, если они с ней сестры? Энфрида такая старая. Ей пришлось заклинание использовать, чтобы помолодить себя. А че она? Не понял. Что вы здесь делаете? Почему вы покинули замок? Я не горжусь этим. Я поступила поспешно, но теперь должна отвечать за свои действия. Ночью Энфрида пробрала замок и напала на меня. Она была в ярости, говорила, что пришло ее время. И угрожала мне жизнью Бернарда. О, нет, Бен! Я знаю, почему, но внезапно мне вспомнилось заклинание, заученное в детстве. Вызов духа животное для защиты и покровительства. Это казалось логичным. Но чтобы сотворить это заклинание, нужно было погрузить свой разум в полный покой. Значит, вам нужно было найти место, где вы могли это сделать? Именно, я сотворил заклинание, королева перенесло меня как можно дальше Энфриды. А здесь я вызвала дух животного, чтобы защитить Бернарда. Дух забрал его душу и тело и затащил его до сегодняшнего дня. Так вот почему вы не хотите уходить? Если вы уйдете, волшебство рассеется, никто не защитит Бена от Энфриды. С каждой секундой, пока я бодрствую, связь с духом слабеет. Но все люди, которых вы оставили, вам не удастся. Я знаю, но ничем не могу помочь им. Это не в моих силах. Однако в моих силах защитить Бернарда, и я продолжу его защищать. Анна, боюсь, я провела слишком много времени вне покоя. Прости меня. Нет, подождите, чердищу, дорога. Он кое-что рассказал мне. Он сказал, что только вы достаточно сильны, чтобы снять ее чары.
Но я больше не практикую магию. Моя роль в пути стать королевой. И я не могла править людьми, держа их в страхе. А у Ини все эти годы копила силы, она сильнее, чем я, в лучшие годы. Но, чародей, если вы не остановите ее, что тогда? Я прости, Анна. Мне очень жаль. Я не знаю ответа на угрозу Энфриды, посему я должна думать о Бернарде, должна защитить его. Пожалуйста, оставь меня в покое. Мне нужен покой. О, вот эти цветы отлично подошли бы для свадьбы. Мисс Яника? Эти цветы — это часть ваших защитных чар? О, нет, они были частью заклинания для снятия чар. Я работала над ними внутри призмы. Я пыталась воссоздать зачарованную розу и попыталась снять с нее чары. О, простите, Яника, Энфрида хитростью заставила меня забрать ее. Чего? Что я сделан, то сделано. Так или иначе, в итоге ты спасла меня. Прошу, можешь мне делать с ними, что пожелаешь? Возьми цветы себе. Уже в глазах плывет. Можно последнюю просьбу? А? Королева Яника, она выполняет важную роль, поэтому... Заботься о ней как следует, хорошо? Я не знаю, что произойдет в замке, но... Когда все закончится, люди, ее сын, она нужна им. Ты ведь меня понимаешь? Да. Ренкард понимает, да. Хорошо, тогда спасибо, Ренкард. Наверное, теперь мне пора. Что-то я не выспался, конечно, сильно. Если все пойдет как надо, Бен будет в безопасности, и ей уже не придется нам находиться. Так что возвращайся назад и дождись ее, ладно? Ты все поняла. Спасибо, как всегда, красный дракон. Ладно, возвращаемся к девочке с букетом. По крайней мере, цветы у меня уже есть, так что еще? Итак, теперь вообще-то уже все готово. О, теперь я могу явиться на свадьбу. Ну ладно, фух, поехали. Нам пора забрать Бена и приготовиться. Вот так, я готова, Бен. А Бену где нашли одежду? Ничего себе, ты такая красивая, Анна. Спасибо, Бен. Надеюсь, дворецкий тоже оценит. Так, идем в зал. Я притворюсь, что ты тащишь меня за собой. А я скажу, что ты свадебный, да? Да, понял. Так, а потом... Я надеюсь, я надену свою одежду и больше, чем голый плюшевый мишка. Что ж, все будет хорошо, Бен, только держись рядом, ладно? Будет непросто, но должно сработать обязательно. Колокольный звон, что это значит? О, я помню, так всегда звонят, когда же... А, да, так всегда звонят, когда начинается королевская процессия. Например, свадьба? Да, точно. Ой. Они уже начали, нельзя терять ни минуты. Скорее в тронный зал. Сегодня мы собрались здесь, чтобы зачитать этого мужчину и эту женщину священными узами брака. Таинство брака требует покоя. Да, давай уже дальше. Да, конечно. Сегодня мы соединяем эти любящие сердца, если кто-нибудь знает причину, по которой эти двое не могут сочетаться с священными узами. Я знаю. Кто это? Уинфрида всех вас обманывает, и здесь принц Бернард это подтвердит. Принц, он жив? Это абсурд. А безумная девчонка выдает плюшевого медведя за нашего принца? Нет, прошу, подождите. Стража, схватить преступницу. Нет, стража, смирно. Я ваша настоящая королева, и вы никого не схватите. Она пришла. Слушайте и слушайте внимательно. Эта женщина обманула всех вас. Из-за нее мне пришлось бежать.
спасай себя, но пора положить этому конец. Нет, она глухая, а мальчица ведьма с недобрыми намерениями. И, кроме того, с самого раннего детства. Нет, нет, убийца. Да почему она старее, чем она? Во-первых, во-вторых, убийца с раннего детства. Прошу всех. Торопитесь, пожалуйста. Колдун ебучий. Анна. Анна. Как безэмоционально такая. Анна, не надо туда бежать. Ты сейчас умрешь. Не надо этого делать. А это по воспоминаниям прыгает в прошлое, да? Так, ну это мы все видели, да. Так, она же капец как на свою маму похожа. Так она же прям один в один. Уинфрида? 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 А, ой, как ты меня напугала. Ты меня слышишь? Да, мама. Уинфрида, ты прекрасно знаешь, что в школе тебе не следует так меня называть. Ну, на свою маму похоже. Обращайся ко мне как учителю, мисс Фойд. Да, мисс Файт. Послушай меня. Путник со дня на день явится с решением Норн. Твои успехи в колдовстве, мягко говоря, оставляют желать лучшего. И ты совсем меня не слушаешься. Ты только мешаешь остальным и все сильнее отстаешь. Неужели тебе не забудет твое будущее? В том-то и дело, что забудет. Ты меня никогда не слушаешь. Слушай, снова и снова. Но сейчас есть более важные вопросы. Но научные факты, которые мы с Хансеном недавно открыли, подтверждают, что... Довольно. Я не в настроении вслушать твою научную чепуху, Инфрида. Нужно относиться к этому более серьезно. Мы говорим о твоей дальнейшей жизни. Я не хочу провести всю оставшуюся жизнь, изображая кого-то. Ты прекрасно знаешь, что путь намного больше, чем просто профессию, Инфрида. А если ты продолжишь и дальше игнорировать основы школьной клятвы, то ничего не добьешься. Это нечестно, остальным детям можно играть. Остальные дети не грубят мне и не спорят со мной на уроках. А похоже, ты забыла, почему ты находишься в этой школе. Мы останемся здесь, пока ты не докажешь мне, что помнишь. Если не помнишь, загляни в свои записи, Уинфрида. Для этого они и делаются. Это так нечестно, дурацкая школа, тупой путь. У нее эмоции вообще никак не выражаются. Ладно, покончим с этим, чтобы она меня отпустила. Ну ебань, ебань. Тут, конечно, искать и искать. Вот этот, кстати, всемирный портрет. И зачем мне какой-то дурацкий семейный портрет? Уж на них уже смотрела в школе. Даже не думай, Инфрида. Нет, мама считает, что они создают дружелюбную атмосферу в комнате или что-то в этом духе. Ну и фу, как же я сразу не поняла, а это портрет Йонгериля, ну и мазня. И суть из другой, Инфрида. Но это правда, посмотри сама, она не старалась. Она не старалась. Пожалуйста, не открывай окно, Инфрида, здесь и так прохладно. Ну вот, внешний мир свободы, так близко, но недосягаемо. И не нужно драматизировать, просто повтори упражнение, как я просила. Что тут у нас еще есть? И выпить травяную воду? Нет, спасибо. Это вода, но в ней плавают мешки травы. Отчаянно называется. Получается какой-то мерзкий травяной настой. Он такой гадкий не потому, что... остыл, а потому, что в нем вымочили всякие противные листья. Фу. И здесь сидит Ханс и Йоринда. Но матер сердится еще сильнее, если я спешу у них. Так, отлично. Фу, я не стану брать работу на дом. А мне это нужно... Мне уже надоело это в школе. Занятия закончились, и сегодня меня уже никто не усадит на этот стул. Так, что тут еще надо? Ох, если бы... Нет. Без помощи мне здесь не справиться. А пока мать меня не заставит, я к этой штуке не притронусь.
Так, ну хотя бы это можно. Вряд ли я чего-то добьюсь, если буду писать на доске голыми руками. Ты можешь мелом писать. А что ты будешь писать? Нет, одного раза достаточно, а лучше все равно не получится. Так, что еще тут есть? Это парта? Это парта Джейкоба и всеобщей любимицы Яники. Но это рассердится еще сильнее, если я спешу у них. И чем меньше знает мать, тем крепче спит. Что это? Я не знаю. О, ни о чем, мама. То есть, мисс Фойткт. Ну что ж, пожалуйста, не волнуйся, спи еще, Уинфрида. Что, я? Я бы никогда... Так, тут что у нас? Да это уже было, я про обогреватель. Понятно, это все одна штука. Так, мехи. Что такое за мехи? Так, ну короче, понятно, здесь мы все сделали. Наверное, можно попытаться удрать. Слушай, Уинфрида. То есть я отсюда даже не смогу уйти, что ли? А что мне делать тогда? О, яблоко. А мне ничего не нужно от Яники. Пусть мать оставит ее себе. Та самая книга. Я как раз в нее заглядывала. Да уж, там столько школьная магия кажется детской игрой. Конечно, ведь школьная магия и есть детская игра. Мы же все-таки еще дети. Это штука, ну, которая засует воздух, а потом выдувает его себе обратно. Так. На всякий случай я должен все попробовать. Так, допустим. Что мне еще можно сделать? Вещи. Мел, губка. Эй, мама. Уинфрида, в самом деле. Напомнишь, что ты хотела? Самые основы, чтобы ты напомнила тебе, зачем ты это в школе. Если сможешь повторить мне определение пути, я отпущу тебя. А как я это повторю? Так, мелом по доске. Нет. Я не знаю, короче, на это. Опа. Опа-опа. Что это я увидел? Анна? Нет. Что это я взял? Хер его знает. Тогда, короче, на этом давай остановимся. На этом все. Все ссылки в описании. Напиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинулось. А также подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые игры. И на этом все. Скоро увидимся.